подать заявку. Условия для конкурсантов – российское гражданство и опыт работы по профессии не менее 3 лет. У предприятий не должно быть долгов по налогам и нарушений законодательства. Благодаря этим конкурсам мы привлекаем молодежь, показываем, что действительно можно самореализоваться, не только получив высшее образование, но и образование среднее профессиональное. Победители обоих конкурсов представят регион на всероссийских этапах. Тем временем организаторы регионального уже разрабатывают план на следующий год. Номинации станут известны в начале 2019-го, чтобы участники успели подготовиться. Юлия Кривошейна, Павел Куксов, Вести, Сахалин, Курилы. На этом все. До встречи. Артес представляет.